Вот не имей 100 рублей, а имей 100 друзей. Видите, стол мне подарили. Вот магазин. Вот. Вторых рук, который. У меня друг работает тут. Мебель, все в дешевой мебели, магазин. Я ему когда объяснил ситуацию, он говорит, забери вот стол разборный для двора. Вот такие бывают турки. Щедрые, добродушные, если ты сам хороший человек. Всех вам благ. Пока-пока.